Интересно. По голове, блять, сука, какую же хуйню я только что посмотрел, Да, сегодня будет обзор этого трешака под названием Gacha Life Content. Для тех, кто что-то не уловил, Gacha Life – такое приложение, где можно создавать своих персонажей, наряжать их и ставить разные позы. Большинство тех, кто делает эти анимации, которые на самом деле являются слайд-шоу, они делают, честно говоря, какую-то дичь. И насколько вы поняли из начала ролика, сейчас будет обзор этой самой дичи. Насколько я знаю, в школах идет разделение на мужской и женский туалет. В туалет, в который она зашла, там писсуары как бы стоят. Ничего не смущает, да? Все же знают, что волосы отрезаются ударами-ножницами в печень. Не? Дальше смотреть это говнище я не собираюсь, да и думаю, вы тоже. Сюжет, скажем, какой-то непонятный. То есть девочку затравили в школе, она пошла в туалет, ей отрезали волосы, и она стала наполовину человеком, наполовину животным. Чё? Зачем? Почему? Для чего? Непонятно. Ладно, переходим к следующему видео. Для тех, кто не понял, это был клип про двух лесбиянок. Если что, автору канала 12 лет. Да, снимать подобную хрень 12 лет, это нужен талант. Вам уже страшно? А ведь при Горбачёве было страшнее, так что смотрите дальше. Ревут. Видео как бы описан пранк, то есть девочка сделала манекен себя, положила этот манекен в позу смерти и типа она умерла, и потом скрылась на 7 дней, чтобы ее никто не видел. Цель пранка заключается в том, чтобы разыграть людей и посмотреть на их реакцию. Это работает с настоящими людьми. Но как только дело заходит об анимации или вообще любой другой вещи, это сразу перестает работать. И на такие пранки просто вообще неинтересно смотреть. Во-вторых, куча грубых ошибок.
Они увидели труп. Что нужно сделать, во-первых? Конечно же, пострадать херню, возле этого они вызвать полицию и скорую. Если бы они вызвали полицию и скорую, то сразу же определили экспертизой, что это нифига не труп, а просто манекен. И сразу бы обман раскусили, но нет. Они поплясали рядом с ним и куда-то выкинули. Так ведь поступит каждый здравомыслящий человек, да? Или нет? Хотите узреть больше трешака? О, тогда приготовьте ведро, чтобы блевать. Потому что скоро вы увидите нечто. Сука! Какую же хуйню я только что посмотрел! Зачем я это посмотрел? Почему люди любят снимать это? Ладно, насрать, что они снимают. Ладно, если бы таких видео на одном канале было бы, ну, 2-3 штуки. Ладно, насрать. Но такими видео заполнен весь канал. Люди, зачем вы это смотрите? Меня уже хватило на это, поэтому это конец видео. Если вам было интересно смотреть это видео, то поставьте лайк, можете подписаться и напишите комментарий. Также, если вам что-то не понравилось, можете тоже об этом написать, конструктивная критика никому не помешает. А также, если найдете подобную дичь, то предлагайте ее в комментариях, может быть, даже выйдет вторая часть. Всем пока!